знает любимый край, родную природу. На нашей кубинской земле много талантов, и наш техникум не исключение. Мы хотим представить вашему вниманию наших поэтов. Уважаемые присутствующие, может быть, кто-то из вас в этот прекрасный праздник, здесь и сейчас, захочет прочитать свои любимые стихи. А может быть, среди вас есть те, кто пишет стихи. Пожалуйста, не стесняйтесь, выходите на сцену. Мы все будем очень рады вас послушать и порадоваться за вас. Да, Всемирный день поэзии. Отметим его все. Виктор Боков, какая наша родина. Цветет над речкой тихо яблоня, сады задумавшись стоят. Какая родина нарядная, она сама, как дивный сад. Играет речка перекатами, в ней рыба вся из серебра. Какая родина богатая, не сосчитать ее добра. Бежит волна неторопливая, простор полей ласкает глаз. Какая родина счастливая, и это счастье все для нас. Пожалуйста, представьте. Так, сейчас, Оленька, подожди, подожди, не уходи, не уходи. Сейчас, какой же праздник без подарка? От меня мой личный заводник. Надежда Кашерова. Почему русские так мало улыбаются? Почему русские так мало улыбаются? Потому что они чувствуют, они притворяются. Льется, льется, дымится, плавится. А почему русские так мало улыбаются? В центре самого светлого мира рождаются самые черные. Но все, что они делают, не считается. Русские, а почему вы так мало улыбаетесь? Заглушить пытаетесь? Это уже было. Вы повторяетесь. Русские, почему вы так мало улыбаетесь? Улыбаемся, когда с родной душой встречаемся. Когда то, что задумано, случается, улыбаемся. И в конце каждой долгой зимы совсем чуть-чуть улыбаемся. Через тяжелые комья стебелек поднимается. Эта земля улыбается. И ты стоишь на ней. И чувствуешь, как сила от стоп в голове поднимается. Лицо само улыбается. Когда там, где только лед, города появляются. Когда наш первый в космос отправляется. Когда тот, кто должен дойти до победы, доходит, а потом возвращается и улыбается. Фамилия. Валерия Бухмиллер. Ага. Есть такая. Прочитаю свое стихотворение.
Сколько силы в одном слове Россия. Гордость, честь и смелость она в себе хранит. Флаг наш с гордостью мы представляем. Под гимн торжественно стоим. Любить тебя, моя страна, не перестану. Твои просторы велики. За честь России я бороться не устану. Твоя природа слишком уж пленит. Россия, ты красива, многогранна. Твою историю мы с гордостью храним. Оставим мы потомкам нашу славу. И память о героях в сердце сохраним. Начинающей поэтессе от автора с пожеланиями неиссякаемого вдохновения и успехов. Пусть сбываются твои мечты в Международный день поэзии. Татьяна Иволга. Спасибо большое. Так что давай. Это родная душа. Прям за душу она меня зацепила. Николай Некрасов. О нашей родине унылой. О нашей родине унылой, в чужом краю не позабудь. И возвратись, собравши силы, на умный путь, журнальный путь. На путь, где шагу мы не ступим, без дела к совести своей. Но где мы снисхождение купим, трудом у мыслящих людей. Трудом и бескорыстной целью, да, будем лучше рисковать, чем безопасному безделью остаток жизни отдавать. Закончить, не уходи, не уходи без подарка, сегодня никто не уйдет. Так, вот с пылу с жару, ручка у кого-нибудь, а вот есть ручка, сейчас я подпишу. С пылу с жару, вот этот эксклюзив вообще, таких еще у нас в районе 4 книжечки, ты мне себя назови, я подпишу. Как? Так. Ну такая вот фамилия, Бу. Так что новоиспеченный пирожок. Это я так называю свои новые книжечки, которые только... У нас еще одна выступающая. А у меня еще книжки есть, вы что думаете? Замечательно. У меня еще вот книжка для всех. То есть это вот я дарю библиотеке Купинского медицинского техникума, дар от автора. То есть это вот для всех. Анна Ахматова, «Родная земля». Заветных ладанков не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей, предметом купли и продажи. Хворая, пестуя, не монствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на галошах, да, для нас это хруст на зубах. Но мы мелем и месим и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Мы ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своей. У меня две книжки есть. Одна называется «Любознайка», другая «Не сказки». Хочешь, я могу тебе вот свою авторскую, вот прямо тут с моими вот закладочками, пометочками. Могу вот такую тебе подарить. Могу вот такую. Вот выбирай. Какую? Вот эту? Вот эту? Ой, тут это вообще с моими ремарочками. С моими мыслями. Да, с моими мыслями какими-то, с моими закладочками. Ну вот. Хорошо. Так, назови себе. Колочева. Колочева? Да, Алена. Thank you.
поделиться с нами историей? Да, что да. это за награды? Это вообще костюм я называю для себя мундир. Потому как здесь у меня две медальки есть. Вот эта медаль за вклад в развитие Новосибирской области. Вот это юбилейная 80-летию области. А вот здесь дорогая медаль, называется она «Золотая лира». Я лауреат золотой книги культуры Новосибирской области. И награждена вот этим золотым значком и дипломом лауреата. То есть я занесена в золотую книгу культуры Новосибирской области, чем я и горжусь. Это значок, вы видите, триколор и перо, да? Сразу понятно, что это Российский союз писателей. И вот этот вот кругленький, вот с таким вот журавликом, поднимающимся в небо, это союз озарения, союз, международный союз творческих сил, это международный союз. Вот. Но я бы хотела с вами поделиться сегодня. Я книжечку сейчас презентовала, вот эту, я сейчас на секундочку ее возьму. Хотела бы вам рассказать историю, которую я патриоткой, как я вам начинала свой рассказ, являюсь с самого раннего детства. И попыталась в армию пойти, меня не взяли, кстати, я не сказала по какой причине. Меня не взяли по причине, у меня зрение было плохое, я в очках была, минус 6. По такой мне сказали, что мы вас взять не можем. Вот. Ну, вот осталось. Служу родине как могу. И когда развалился наш Советский Союз, у Советского Союза, который меня взрастил, воспитал вот такой патриоткой, потому что программа воспитания в Советском Союзе была очень мощная. Сейчас она развалена, вы знаете, для чего и почему, чтобы нас тепленьких взять. Но мы, как оказалось, наша генетическая эта память родовая в нас встала, мы встали на защиту, и нас, как говорится, тепленькими не смогли взять. Книги Сороса выпускались, учебники выхолащивались, патриотические темы все убирались, и я, как учитель начальных классов, не могла на это спокойно смотреть. Раньше буквально открываешь, и на форзаце слова гимна СССР были. Потом просто гимн стал без одна музыка, без слов. Это что, нас лишили языка, получается? Ведь в словах гимна заложено то, чем мы, как говорится, дорожим, гордимся. И программа наша, наш генетический код. И я все это изложила в своих письмах. Я потом это вкратце прочитаю, что я здесь написала. Но сначала я прочту слова гимна, которые я написала, думая о том, а какие бы слова могли быть в новом гимне, потому что гимн СССР, оно развалилось, не подходит. Я проанализировала это все, и мне строчка, которая ударная шла в припеве, она, я ее даже оставила и предложила ее оставить. Прочитаю, как оно есть. Написано это стихотворение, как слова предлагаемого мною гимна 14 апреля 1999 года. Россия родная, страна дорогая, с названием древним Великая Русь. Нет сердцу милее родимого края, в России живу я и этим горжусь. Славься, Отечество наше свободное, славься, Великая Русь, и цвети в вере. В любви она, сила народная, слава российская, птицы лети. Пою про тебя я, Россия родная, во веки веков будешь ты процветать. В годину лихую, от края до края, мы встанем тебя, как один, защищать. Пусть знамя российское реет над нами, и пусть бережет нас двуглавый орел. Пусть сила России крепчает с годами, и пусть согревает нас дружбы костер. Славься, Отечество наше свободное, славься, Великая Русь, и цвети в вере, в любви.
сила народная, слава российская, птицей летит. И коротко я изложила, чтобы не тратить время, я сейчас прочту. После развала СССР его гимн был заменен на новый. В нем не было слов, и музыка была другой, непривычной. Тогда я написала слова к гимну на прежнюю музыку. И вместе со своими аргументами о причине желания обновления прежнего гимна передала одно письмо лично в руки губернатору Новосибирской области Виктору Александровичу Толоконскому, который был с визитом в Купинском районе в нашей школе, с просьбой отправить его по месту назначения, что он и сделал, о чем свидетельствуют документы. Второе письмо отправила в Москву, в телекомпанию «ВИД», ведущему популярной информационно-развлекательной телепрограммы «Взгляд» центрального телевидения Александру Любимову для передачи в Госдуму. Мое предложение обсуждалось в прямом эфире на центральном телевидении. Процесс пошел, гимн обновили. Мое аргументированное предложение оставить некоторые слова из гимна СССР было услышано. Сергей Михалков, автор слов гимна России, соавтор гимна СССР, оставил эти слова. Я горжусь тем, что внесла свою лепту в решение столь важного государственного вопроса. Я желаю нашей великой и любимой России несокрушимости, процветания, сплоченности, мирного неба и победоносного завершения СВО. Наше дело правое, с нами Бог. Победа за нами. И вот здесь, вот в этой книге, я отпечатала те письма, которые я получала. Они небольшие, я зачту. Итак, от администрации Новосибирской области, поскольку я через Толоконского передавала, и мне пришел такой ответ. Уважаемая Татьяна Алексеевна, высылаем вам письмо благодарности рабочей группы по проблемам государственной символики Российской Федерации при Государственном Совете РФ. Желаем вам крепкого здоровья и творческих успехов. Заместитель главы администрации Беспальцев. Подпись. А вот здесь то, что было вложено в конверт, то, что было выслано на Новосибирскую администрацию. Они мне переслали. На ваше письмо от 23.10.2000 года за номером таким-то сообщаю, что слова гимну Российской Федерации, написанные лауреатом областного конкурса поэтов-любителей Горошевской Татьяной Алексеевной, рабочей группой по проблемам государственной символики Российской Федерации при Государственном Совете Российской Федерации, получены и приобщены к материалам. Прошу вас направить письмо в адрес Горошевской Татьяны Алексеевны с благодарностью за участие в столь серьезном государственном вопросе, как символика Российской Федерации, за неравнодушие к судьбе нашей Родины, ее настоящему и будущему облику. И вот подпись тоже. Так что это задокументировано, и поскольку... так что вот, владей историей. Итак, это шаг моего, как говорится, большого пути. Этим я продемонстрировала свою любовь и маленький взнос, который я в то время сделала. И сейчас я пишу стихи, песни. Вы можете зайти, у меня есть свой сайт на YouTube, Татьяна Иволга Горошевская называется. Там вы найдете много концертов еще, которые были сняты до 2000 года и после. То есть такие архивные документы, они оцифрованы, были раньше на бобину сняты. Вот. И то, что я сейчас чем увлекаюсь, пишу, делаю. Анатолий Тимонов, который помог выпустить вот эту книгу. Мы с ним работаем уже 10 лет, написали более 30 песен. В этой книге есть целая глава со словами наших песен, а услышать их можно на его YouTube-канале, Анатолий Тимонов называется. Вот. Я сотрудничала, начинала с Татьяной.
Татьяной Чубаровой, вы ее, наверное, все многие знаете. Песни «На мои слова» у нее есть. Через нее я познакомилась с заслуженным артистом России Александром Кукушкиным, который пишет музыку к песням и написал прекрасные песни «На мои слова». Он даже написал аннотацию к моему второму сборнику. Здесь есть слова вот такие вот его. Для меня Татьяна стала не только автором стихов многих моих песен, но и верной подругой, которой я могу доверить многие свои сокровенные тайны. В песне «Калина красная» есть такие слова. «Калина красная, калина белая, девчонка скромная, подруга верная». Это о ней. Стихи ее, как воздух, которым хочется дышать, ромашковое поле, по которому хочется ходить, и как сама Россия, в которой хочется всегда жить и творить. Это написала с уважением певица Татьяна Чубарова, а вот заслуженный артист России, о котором я говорила ниже. Стихи Татьяны завораживают, хотя на первый взгляд они просты, но простота – это кажущаяся. Она как тонкий лед, и под ним скрыта большая глубина. Здесь нет надуманных тем, здесь все очень искренне и от души. Внутренний мир Иволги оказался очень близок мне, и поэтому я с удовольствием пишу песни на ее стихи. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне общение с прекрасной русской душой, талантливым и добрым человеком Татьяной Иволгой. И всегда с нетерпением ожидаю встречи с ее новыми стихами. Заслуженный артист России, композитор Александр Кукушкин. На стихи.ру на портале я там более полная подборка моих стихов, но не все там выложены еще стихи. Там 800 с лишним стихотворений. Тоже найти легко, забив меня в поисковике, допустим, Татьяна Иволга-Горошевская, стихи.ру. В избе читальни, но там поменьше я как-то выставлялась, потому что времени не всегда достаточно туда и туда это выставлять. Сейчас, когда я уже не работаю, пишу на заслуженном отдыхе по принуждению, болезнь меня принудила, потому как я по инвалидности еще сейчас, но тем не менее, слава Богу за все. Поэтому, если есть ко мне какие-то еще вопросы, я с удовольствием отвечу. У меня много стихов, которые печатаются в сборниках. Вот я тут принесла в этом прошедшем году, исполнялось 85 лет Новосибирской области, вышел вот такой сборник поэтов Новосибирской области «Мой край родной, венец Сибири». В название этой книги вошла строчка из моего стихотворения, которое называется, это даже песня, «Венец Сибири». Мой край родной, венец Сибири, тебя на свете нет красивей. Российский край, ты сердцу милый, ни с чем на свете не сравнимый. Людьми, хлебами всюду славишься, цветешь на диво и не старишься. Поклон тебе мой самый низкий, мой край родной новосибирский и моя родина заветная, деревня с видами приметной. Люблю я гладь твою озерную и землю пахотную черную, твои березы и долины, хлебов золотые переливы. С годами больше ты мне нравишься, цветешь на диво и не старишься. И словно милую родную я землю-матушку целую, земли другой такой не знаю, тебя, мой край, я воспеваю. Ты с каждым днем мне больше нравишься, цветешь на диво и не старишься. У меня большой блок посвящен сибирякам. Здесь тоже вот вошел в этот сборник одно из стихотворений, которое у меня песни есть. В Сибири не было войны, и вот сибиряки особенный народ. И книга вот
полностью, которую я презентовала сегодня. Поэтому, ну вот, чтобы гордость за наш народ у нас там окрепла, я прочитаю. Сибиряки – особенный народ, в нем сила духа, шире души, отвага. Он как гранит и как алмазы тверд, за родину горой, назад ни шагу. Земля Сибири дивной красоты, суровый климат выковал характер и окрылил таланты и мечты. Здесь рады всем, как оттепели в марте. Но кто с мечом, осмелившись, войдет, тот от меча, как сказано, погибнет. Сибиряки – особенный народ, захватчиков он люто ненавидит. Ни перед кем он шапку не ломал, но он всегда готов прийти на помощь. Когда беда, встают и стар, и мал, сибиряков, как пруд, не переломишь. Они сильны, единая семья. Сибиряки – особая порода. Спина к спине, как крепкая броня. В крови у них отвага и свобода. Ну и в завершении, я, наверное, вас уже немножко утомила. Славься, Купинский район! Крылья расправил в степи Полундинской и в Борабе на просторах сибирских. С юга коснулся крылом Казахстана. Гостеприимный район наш аграрный. Славься, расти, развивайся и пой. Купинский щедрый район дорогой. Богом хранимый и очень красивый. Славься, район наш родной. Рыба в озерах твоих пусть резвится, у хлеборобов не хмурятся лица. Будь ты купиною неопалимой. Славься, район дорогой и любимый. Ты расцветаешь, становишься краше. Слава героев, наследие наше. Верность традициям мы сохраняем. Славим район наш и благословляем. Вот подошло к концу наше мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии. Искренне надеемся, что этот день и наша встреча для вас останется в памяти как добрый и счастливый день. Мы уверены, что с каждым годом поклонников поэзии будет все больше и больше. Так, ну вот презент библиотеки вашей, Елена Михайловна. Примите, пожалуйста. Спасибо большое. Конечно, я думаю, что найдутся у нас ребята, которые заинтересуются, и коллеги тоже, будут брать ваши. Ну, в районной библиотеке издание, полная подборка моих всех стихов, всех книг, да. Приглашайте. И вот там вот кому достались вот такие самиздатовские книжечки, тут маленький секрет. В конце здесь, поскольку это самиздат, у меня написано: заказать сборник можно по телефону. Это мой мобильный телефон. Можно звонить мне, кто хочет общаться, кто хочет получить какую-то, может быть, информацию, благословение, чтобы дала какой-то совет, кто пишет письма. А это на e-mail можно написать, это моя электронная почта. То есть вот в таких книгах все контакты есть. Вот. Спасибо вам большое. Вам спасибо за то, что пригласили, очень приятно. Очень много сказали, много было заготовлено, намного больше, чем я сказала и прочитала. Но я знаю, что внимание, оно рассеивается, не бесконечно, у вас учебный процесс, поэтому еще раз всех поздравляю, всем желаю здоровья, а нашей стране победы. Победы!